Привет, друзья! Меня зовут Петр, и сегодня мы будем рассматривать гитару Crafter D8N. Верхняя дека сделана из массива ели Энгельмана, обечайка и нижняя дека – красное дерево. Накладка – палисандр. Данная модель сделана из массива ели, что придает ей уникальный тембр, а также дополнительные возможности обертонов. Сейчас я хотел бы продемонстрировать, что это означает. То есть мы берем в открытой позиции ноты и слышим, как гитара у нас заводится. Хочется отметить, что даже в высокой тесситуре у нас гитара отвечает на обертоны. Инструмент комплектуется фирменным чехлом. Если вы ищете качественную гитару по доступной цене, то данная модель вам подойдет.